Победа конфедерантов при Булран дала южанам веру в то, что они завоевали свою независимость, в то время как северяне были потрясены своим поражением. Надежда Линкольна сохранить союз осталась неизменной. Обе стороны понимали, что после всего произошедшего не может быть короткой войны. 22 июля 1861 года. Генерал Макдауэлл отступает назад к столице. Теперь его миссия заключается в спасении Вашингтона и того, что осталось от его армии. Потери? Более 3000. А 1500 подняли руки и сдались. Разбиты, как новички. Я был там, сэр. Некоторые прятались в лесах по дороге к фронту. Другие сломались при виде первой крови и смерти, но большинство новобранцев храбро сражались, пока они получили приказа отступать. Сколько пушек мы потеряли? 28. 17 из них нарезные. Это катастрофа, сэр. Возможно, мне не стоило бы вмешиваться. Но, мистер президент... Я считаю, что капитана добровольцев с трудом можно назвать военным человеком. Когда я отдал свой первый приказ, мои люди закричали: «Пошел к черту!» В конце концов, мне пришлось предложить высечь каждого добровольца лично. И они сделали, что я хотел. Но каким-то образом, те грубые приграничные мужланы и я, жалкое оправдание для солдата, сделали свою работу, Джордж. И так же будет с этой армией. Я знаю их, этих гражданских солдат. Они не позволят Союзу погибнуть, как и мы. Неужели можно позволить Югу получить из-за жестокости то, что они не смогли бы выиграть путем выборов? Вопрос не только лишь в судьбе Соединенных Штатов, но и всего человечества. Северная Вирджиния. Стой! Мы будем в большей безопасности, если поедем проселочными дорогами. Держи. Мы не сможем починить ее. Придется бросить коляску, взять лошадь и все, что мы сможем унести. Я распрягу его. Я пойду и принесу другие чемоданы. Мы не сможем забрать все. Только самое необходимое.
ты занимаешься? Милашка! Крадешь чьи-то вещи? Посмотрите на нее, лейтенант. Симпатичная девка с рукой в чужой кастрюле. А может, она шпионка мятежников? Не так ли? Черномазая. Немного удовольствия развяжет тебе язык. По все еще действующему закону ты считаешься беглой. Утром тебя отведут в штаб. Возьми ее под стражу. Да, сэр. Эй, стой! Давайте! Стой! Ну, хватайте! Что тебе говорят? Хочешь сбежать, милашка? Ну, хватайте ее! Держите! Держи ее! От нас не уйдешь! Попалась? А ну стой! Возвращаемся в лагерь! Вперед! Будешь милой со мной сегодня вечером, а я устрою так, чтобы ты смогла ускользнуть до утра. Я лучше умру, чем буду милой с тобой. У тебя слишком много гонора, девка. Ты бы лучше изменила тон. Побудь здесь. Дебрик, сюда. Охраняй ее. Нет, да. Где часовой? Здесь. Джон, ты когда вернулся? Change later.
Из-за этих зарослей я не могу понять, куда нам ехать. Солнце справа от нас. Значит, мы едем на юг. Семирамис, смотри. Может, они помогут нам? Эй! Подождите! Подождите, помогите нам! Подождите, пожалуйста, подождите! Они сказали, мы едем правильно. Мистер Президент, а прямо Рождество в июле? Я и не думал, что наша победа в Манасисе столь впечатляющая. Боевой флаг Янки. Мне вручили его. Он был взят, когда Джексон стоял там, как каменная стена. Мой кузен Чарльз был с Боригаром. Не сомневаюсь, он покрыл себя славой, как все наши ребята. Если бы только наше снабжение действовало успешно. Это наша проблема. Большинство наших железных дорог идут с севера на юг, что затрудняет снабжение наших войск на западе. А колеи все разные, поэтому невозможно переводить вагоны с одной линии на другую. Нам придется использовать обозы для снабжения. К сожалению, каждый штат борется за свой суверенитет. Они потеряют его, если будут досаждать нам. Намного хуже, генерал Мэйн, что мы не можем заставить губернаторов предоставить мне милицию штатов для нашей армии. Я понимаю, что после Манасаса мы могли бы взять Вашингтон, если бы милиция помогла армии. Это верно. Джексон клялся, если бы у него было 10 тысяч свежих войск, он бы мог сокрушить последних защитников и взять столицу Янки. Но Боригар и Джексон поняли, что наша армия была в таком хаосе из-за победы, как Янки из-за поражения. Потом пошел дождь, и наша возможность закончить войну одним решительным ударом была упущена. Эта битва доказала миру, что мы независимая нация. Мистер Президент, вам донесение. Генерал Мэйн, 2 дня назад ваша сестра Брэд заезжала сюда по дороге в Южную Каролину. Она оставила для вас записку. Она просила передать ее. Спасибо. Есть проблемы, генерал Мэйн? Сэр, я прошу отпуск. В моей семье чрезвычайные обстоятельства. Я сожалею. Доброго пути. Спасибо, сэр. Небольшой сюрприз, моя дорогая Мадлен. Но сначала тост. За один союз, разбитый у Манасаса, за другой, восстановленный в Резолют. Одной битвой мы выиграли войну и нашу свободу. Ты наверняка могла бы подарить своему мужу улыбку за это или за этот великолепный десерт. Дархем недавно рассказал о забавном комментарии английского журналиста после того, как известие о победе пришло в телеграфное агентство Чарльстона. Он сказал, американский союз был таким краткосрочным, что человек при его рождении мог остаться в живых и при его смерти. Великолепно. Попробуй. Я ничего не хочу. Я все это сделал только ради тебя. Верни мне свободу! Ты не можешь заставить меня любить тебя! Я был чертовски добр к тебе, миссис Ламот. Я старался ухаживать за тобой. Я предложил тебе свою жизнь, чтобы добиться твоего расположения. Брось мне вызов. Но ты сделаешь то, что я хочу. Обещаю тебе.
Господа! Джастин! Хочешь посмотреть, как я убью твоего любовника? Мадлен! О, Джастин! Мадлен! Ори! Все кончено. С возвращением, мэм. Спасибо. Мама? Ори! Мадлен! Слава Богу, мои молитвы были услышаны. Ноябрь 1861 года, Ричмонд, Вирджиния. Мистер вице-президент, миссис Стивенс, разрешите поздравить вас и президента Дэвиса с вашим победным избранием. Нам так повезло, что вы здесь, на моем скромном приеме. Нам очень приятно, миссис Хантон. В такие времена, как наши, людям необходимо развлекаться, когда они только могут. Да, как раз это я и говорила Джеймсу. Хотя думаю, что он немножко перебрал с развлечениями на приеме президента Дэвиса несколько месяцев назад. Некоторые друзья Джеймса решили, что будет смешно напоить его и втянуть в дискуссию с президентом. Да, мы слышали об этом. Иногда мужчины бывают так глупы. Я бы хотела, чтобы женщины вели эту войну. Она бы моментально закончилась. Да, но это было бы немного сложно с вашими кринолинами, леди. Не сложнее, чем в этой жаркой форме, которую носят наши мужчины. Джеймс, милый, подойди сюда, пожалуйста. Извините. Предложи нашим почетным гостям попробовать это чудесное шампанское из Франции. Это последнее, что мы смогли достать до блокады. Вы оказали мне честь, присоединившись к нам. Мы должны отметить не только избрание, но и панику в рядах наших врагов. Панику, сэр? Эти глупцы в Вашингтоне настолько заняты, обвиняя друг друга в своем жалком поражении, что могут разорвать друг друга на части, избавив нас от беспокойства. Джеймс, милый, больше никаких разговоров о войне. О, да-да. Позвольте мне предложить вам это чудесное шампанское, пока его не выпили мои коллеги из Министерства финансов. Сюда.
Мистер Бент, я не была уверена, что вы будете здесь сегодня. Я не верю этому, миссис Хантон. Вы нашли хорошее применение моим деньгам. Это французское шампанское, которое вы подаете сегодня. Пришло с нашего корабля, вашего и моего. Я сказала вице-президенту Стивенсу, что это последнее, которое мы купили до блокады. И так же, как и Джефф Дэвис. Этот человек поверит всему. Мне надо заняться другими гостями. Эштон? А когда же я? Скоро, мистер Бент, очень скоро. Правда. Сразу, как вы представите мои прибыли. Я очень нетерпеливый, когда дело касается женщин. Тогда я не знаю, стоит ли вам беспокоиться. Мне нравятся мужчины с огромным терпением. Возможно, терпение это то, чему мужчина может научиться. Думаю, что стоит попробовать, не так ли, мистер Бент? Джеймс, ты помнишь мистера Бента, не так ли? Он рассказал мне интересную историю о человеке, который научился быть терпеливым. Расскажите Джеймсу, я займусь другими гостями. У вас красивая жена. Спасибо, сэр. Джентльмен не должен выглядеть так, как будто он ожидал такого сюрприза. Я не знала, что ты играешь в шахматы. Для них ведь необходим еще один игрок. Что смешного? Твои игры и мелкие интриги. Да. Но ты же хочешь меня. Я хочу тебя. Хочу больше, чем любую из женщин, которых знал. Но это будет на моих условиях.
Где это? Где мой сюрприз? Я хочу мой сюрприз. Твой сюрприз? Он вон там. Подожди, стой здесь, не поднимайся. Осторожнее с платьем. Ты должна здесь остановиться. Нет, покажи мне его. Я не поверю, что ты не будешь подглядывать. Прошу тебя, остановись. Вот так. Вот. О, Эл, я боюсь темноты. Ты боишься меня, но думаю, ты это преодолеешь. С чего ты взял, что я боялась кого-либо из мужчин? Прекрати, иначе я тебе не покажу. Как глупо, что ты заставляешь мне это делать. Осторожно, ступеньки. Дай мне руку. Как глупо. Вот сюда. Я снимаю. Ладно. Я не могу поверить, я умерла и попала в рай. Портные Парижа потратили все свое умение, лишь бы доставить тебе удовольствие. Ты заставляешь меня чувствовать себя королевой. Это означает, я могу иметь все, что пожелаю в жизни. Да? Можно подумать, раньше ты этого не видела. Я рад обнаружить кого-то, чья любовь к роскоши, удовольствию и власти настолько же исключительны, как и мои, что делает нас идеальной парой. О, конечно, идеальной. Итак, я решил сделать тебя своей первой леди. Мой дорогой, я совсем не понимаю, о чем это ты говоришь. Я говорю, что когда придет время, я хочу, чтобы ты стала моей супругой. Я говорю, что когда Джефферсон Дэвис покажет свое истинное лицо, человек более подходящий возглавит конфедерацию. Будущие рейсы наших кораблей обеспечат небольшую, но дисциплинированную армию под моим руководством. Дэвис не может привести конфедерацию к победе, он ничего не понимает в войне. А я понимаю. У меня есть военные способности. Я сделаю все, что необходимо, чтобы устранить его и поставить на его место нас. Но это измена. Когда мои планы осуществятся, о твоем замужестве с этим шутом позаботиться. И когда я укреплю свою власть, мы будем править. Мы будем править вместе. У нас будут привилегии и королевская роскошь, достойная императора и его императрицы. Эл, у тебя это звучит как Наполеон и Жозефина. Не смейся надо мной. Никогда не смейся надо мной. Или я убью тебя. Убери от меня руки! Я сделаю так, как захочу. Я восхищен твоей решительностью. Итак, ты слышала меня? Мы пара. Мы настоящая пара. И мы будем в точности, как Наполеон и Жозефина. Любовники. И правитель империи. Что случилось? Ну, не надо ничего утаивать от меня. Может быть, я глупая, но дело в том, кто я и как это может отразиться на тебе. Мадлен, мы уже все решили. Но если у нас будут дети... Не говори «если». Конечно, у нас будут дети. Но когда закончится война, мы должны будем жить здесь, в этом обществе, в котором твое счастье.
и твой успех будут зависеть от того, что думают о тебе люди. Посмотри на меня. Посмотри на меня. Мое счастье зависит только от одного человека. От тебя. Теперь мы как муж и жена. О, да. Мисс Кларисса! Мистер Ори! Мисс Кларисса, мистер Ори! Это мисс Брэд и Семирамис. Они приехали домой. Брэд? Ори! У тебя все нормально? Что случилось? Мы вернулись. Мама! О, моя дорогая детка, ты вернулась. Джефф. Рад тебя видеть, Семирамис. Как тебе это удалось? Семирамис, мы все так беспокоились. О, мистер Ори, это была поездка, которую я не забуду. Теперь все будет хорошо. Да, сэр. Мы с Ори решили пожениться. Это было бы прекрасно. Давай, сестренка, я отнесу тебя в дом. Берешь ли ты, Ори Мэйн, Мадлен, Евгению, законной женой? В радости и горе, в богатстве и в бедности, в болезни и здравии с этого дня и навеки? Да, беру. Обещаешь ли ты любить, уважать и охранять ее столько, сколько будете жить вы оба? Обещаю. А ты, Мадлен Евгения, берешь ли Ори Мэйна в законные мужья, в радости и в горе, в богатстве и в бедности, в болезни и здравии с этого дня и навеки? Да, беру. Обещаешь ли ты уважать и подчиняться ему столько, сколько будете жить вы оба? Обещаю. Тогда перед лицом Господа и властью, данной мне, объявляю вас мужем и женой. Подумала, здесь нет стольких, кто должен быть. Друзья Ори и кузен Чарльз и Хазарды. Уверена, что они с нами, сердце. Я знаю, как тебе не хватает Билли. Но сегодня счастливый день, мама. Для всех нас. Даже больше, чем это, Брэд. Женитьба твоего брата дает веру и надежду, что Монт-Роял будет продолжаться. Мы так мало времени провели вдвоем. Я не позволю тебе уехать. Конфедерации придется обойтись без тебя. Ты так серьезен. О чем ты думаешь? О лучшем дне в моей жизни. И какой же это день?
День, когда я родился. Нет, перестань, перестань, Мадлен, перестань. Не дразни меня. И скажи правду. День, когда я встретил тебя, был днем моего рождения. Вашингтон, федеральный округ Колумбия. Хоуп сказала, поцелуй папу еще раз. Она получит его. Это от нас обеих. Мы будем скучать по тебе, Джордж. Поступили списки убитых и раненых в последнем сражении. Президент плакал, когда читал. Его хороший друг, полковник Мейкер, был убит. И Эндрю Лэнли. Он заканчивал вместе с тобой. Он был нашим хорошим другом, Ори, и моим. Один из наших агентов на юге сообщает, что Ори работает на их президента так же, как и я на Линкольна. Убежден, что он также хочет выбраться из Ричмонда, как и я из Вашингтона. Джордж, ты не будешь проситься на поле боя? Каждый день эти алчные ублюдки наживаются на выгодных армейских контрактах и хотят, чтобы война продолжалась. Я знаю, что ты чувствуешь. Нет, ты не знаешь. Я зол и расстроен, и не могу это больше скрывать. Ты делаешь то, что требует президент. Разве это не важно? Я принадлежу к настоящей армии, а не к этому полку бумагоморателей. Извини. Правда, извини. Я понимаю, что ты чувствуешь. Твоя преданность была разорвана на части этой войной. Но, пожалуйста, не делай этого. Я не вынесу. Февраль 1862 года, Ричмонд, Вирджиния. Я хотел переговорить с вами, генерал. Кажется, это единственное место в Ричмонде, где мы можем укрыться от этой армии чиновников. Не каждый день нация проводит инаугурацию своего первого президента. Хотел бы надеяться, что наш новый конгресс будет более решительный, чем временный. Они должны одобрить мой новый закон о добровольцах. Нам также нужен закон против импорта предметов роскоши, за исключением оружия, сэр. Есть новые данные о том, кто стоит за этим проклятым картелем? Я знаю имя одного из них, но у меня нет доказательств. То, что они делают, пока не является незаконным, но я найду способ остановить их. Такого рода коррупция может свалить мое правительство. Если бы я смог уничтожить одно звено, это послужило бы предостережением другим, которые обогащаются на потерях нашей армии. Извините, сэр, депеша от генерала Джонсона из Теннесси. Форт Доналдсон, сэр. Грант заставил Бакнера сдаться. Две тысячи убитых и раненых? И больше 12 тысяч в плену? Север оправился от Манасаса, сэр. И мы оправимся от этого. Теперь больше не будет разговоров о легкой победе.
Статуя Джорджа Вашингтона. Он всегда вдохновлял меня. Вот почему мы выбрали его день рождения для инаугурации первого президента. Этот великий человек отказался сдаться, хотя именно он дал рождение новой нации. Как и я. Как и я. Отправьте это снаряжение во Фредериксбург. А в Белл Плейн вы добавите вагонов, сэр? Нет. К сожалению, больше не осталось пригодных. Я еду на север по другому делу. На север, сэр? Но линия фронта рядом. Агент, который расследует дело о картеле, обнаружил, что они перевозят предметы роскоши, минуя блокаду. А кто стоит за этим? Необходимо остановить их как можно быстрее. Я встречусь с вами во Фредериксбурге, лейтенант, когда мое дело будет закончено. Удачи. Северная Вирджиния. Простите, что привел вас сюда, сэр. Раньше здесь не было столько патрулей этих проклятых янки. Мне повезло, они не видели меня. Что вы узнали? Майор Бент имеет банковские счета в Нью-Йорке, которые растут день ото дня. Это еще не доказательство. Нам нечего представить суду. Он самый умный мошенник, который когда-либо жил. И он платит всем нужным людям. А что о французских кораблях? У них налаженная торговля. Места разгрузки? Очевидно, в маленьких заливах вдоль побережья Вирджинии и Южной Каролины. Так он избегает блокады янки и вопросов о том, что он перевозит. Это может оказаться нашим преимуществом. Если мы сможем обнаружить один из таких заливов и дождемся, когда корабли Бента бросят якорь... А, у нас появится возможность убрать его из дела, не беспокоя этим суд. Это будет нашим секретом, не так ли, капитан? Конечно, генерал. Буря затихает. Воспользуемся ею, пока можем. Лучше нам не ехать вместе. Надеюсь, у Янки хватит ума остаться у огня этой ночью. Прощайте. Но! Еще один. Простите, сэр. Все в порядке, лейтенант. Сегодня ужасная ночь для патрулирования. Да, сэр. Мы преследовали мятежника, а я шпион. Следы вели сюда. Я бы хотел помочь вам, но я возвращаюсь после инспекторской поездки, и я никого не видел. Вероятно, ваш мятежник уже скрылся. Да, сэр. Я и сам об этом подумал. Мы вернемся в лагерь.
Приглашаем и вас, сэр. Весьма признателен, но мне надо ехать. У меня долгий путь. Хорошо доехать, сэр. Ты снова спас мне жизнь. Ты упрямый осел. Как, черт возьми, ты оказался так далеко на севере? Вряд ли я вам расскажу, полковник Хазард. Это маленькое перемирие будет нелегким, а? Думаю, да, но раз это случилось, найдем сухое место и поговорим. Почему бы и нет? Мы уже не молоды, чтобы располагаться под дождем, как делали это в Мексике. Так что скажи Билли, что моя сестра не такая уж неженка. Она приехала в Монт-Роял, улыбаясь, как настоящая Мэйн. Да, да, он сильно беспокоился о ней. Теперь она в безопасности. Только пообещай мне, что войска Янки не войдут в Южную Каролину. Что это у тебя на пальце? А? Мадлен и я, мы поженились. Поздравляю, дружище. Я хотел, чтобы ты был моим шафером. После войны, дружище, я устрою тебе такую вечеринку. Отлично. Пригласим всех из Пойнта. Например, Майкла Сассера. Помнишь его? Он убит снайперами Союза на прошлой неделе. Ори, Линкольн делает все возможное для примирения с Югом. Тогда зачем он вторгся в Вирджинию? Ты называешь Булран примирением? Погоди, я был там, я видел кровь. Мы оба знаем, что война — это не способ решать конфликты. Но что мог сделать Линкольн? Он дал клятву сохранить Союз, а южане начали войну. Мы ничего не начинали! Пусть нас оставят в покое. У вас был реальный шанс, но вы отклонили компромисс. А он просто не мог согласиться на распространение рабства. Не в этом дело, Джош. Мы оба согласны, что рабство – отмирающий институт, который тянет юг назад. О, боже, что с нами происходит? Учитывая обстоятельства, будет лучше, если я выкуплю твою долю, и мы закончим наше партнерство. Ори. Ты мог бы передать меня патрулю Янки. Одним мятежникам было бы меньше. Ори, ты не думаешь так? Береги себя, Ори. Извините, мэм, мы здесь целый день. Мы ищем нашего сына. Он был ранен. Вы не поможете нам? Простите, но я здесь не работаю. Возможно, одна из сестер. Спасибо, мэм. Да, мэм, мы ищем... Мисс Дикс, извините, я Вирджилия Хазард Грейди. О, миссис Грейди. Конгрессмен Грин говорил мне о вас. Никогда на этом континенте не было подобной битвы. Убито и искалечено больше солдат, чем в крупных предыдущих сражениях. Мы не готовы к таким обстоятельствам. Только вчера 200 человек были ранены на берегах Потомака. Это ужасно. Я готова делать все, чтобы облегчить страдания, мисс Дикс. Сестер не хватает, миссис Грейди, особенно хороших. Некоторые не могут вынести виды крови и грязь, постоянную нехватку медикаментов.
Другие были вынуждены вернуться в семьи, которые потеряли мужей и братьев. Уверяю вас, я многое могу вынести. И что касается моей семьи... Я знаю, вы родственница полковника Джорджа Хазарда, и ваша семья владеет Хазард Айрон в Пенсильвании. Да, мы все стараемся помочь. Ну, конгрессмен Грин считает, что вы справитесь с обязанностями военной медсестры. Конгрессмен Грин понимает мое желание служить своей стране. И я читала вашу книгу, мисс Дикс, и несколько других. Я всегда быстро училась. Вам придется научиться, миссис Грейди, несмотря на рекомендации, которые вам дал мистер Райли. Я говорю не только о медицинских знаниях. Вы должны быть готовы к оскорблениям мужчин и враждебному отношению врачей, которые иногда будут обращаться с вами не лучше, чем с наемными слугами. Или рабами. Я выдержала, когда со мной обращались как с рабой. В моей аболиционистской работе. Я не говорю о парадах и речах. Я видела ужасы такие же или хуже, чем война. Жестокость южан рабовладельцев к своим чернокожим жертвам. Я была их свидетелем. Касалась их своими руками. Тело обожженных, высеченных кнутами, ран, шрамов, отвратительного уродства. Вы понимаете, что многие из наших пациентов раненые южане? И что обязана сестры обращаться со всеми жертвами войны с состраданием. Конечно. Вы должны отбросить личные чувства и оказывать одинаковую помощь всем. Я всегда верила в равенство для всех людей. Тогда давайте обсудим детали, миссис Грейди. Компенсация, переезд и содержание. Надеюсь, господа, вы понимаете, что эта палата типична для наших военных госпиталей. У нас очень знающие врачи. Похоже, ваши сестры тоже очень знающие, мистер Филдинг. Эти люди получают прекрасный уход. Да. Конгрессмен Грин, это миссис Грейди, наша сестра. Спасибо, мистер Филдинг. Я уже знаком с миссис Грейди. Для меня была честь рекомендовать ее в корпус медсестер. Я благодарна вам, сэр. Немногие люди вашего положения лично инспектируют наши госпитали. Это непростительно. Эта работа не менее значима, чем служба в армии. Мы должны возвращать солдат в строй, как этот прекрасный парень, для дальнейших сражений. Конгрессмен, вы можете помочь нам. Правительство очень медленно отзывается на наши запросы. Достаточно, миссис Грейди. Конгрессмен, нам лучше пойти дальше. Мистер Филдинг, я считаю, что точка зрения вашего персонала чрезвычайно важна. Они занимаются каждодневной работой, ухаживая за ранеными. Я, например, очень заинтересован в том, что мисс Грейди... Говорит о сложной ситуации. Я отправляюсь в прифронтовой госпиталь. И знаю, что ужасно не хватает морфия. Только он помогает в случаях гангрены, когда необходима ампутация. Вирджилия, я здесь не для того, чтобы говорить о морфии. Я хотел увидеть вас. Ваш комитет дает ассигнование, Сэм. Вы могли бы помочь, чтобы мы получали больше денег на лекарства. Хорошо, Вирджилия, я сделаю то, что вы хотите. Вопрос в том, что вы сделаете для меня. Поправьте меня, если я не права, Сэм. Вы все еще женаты. Имеете семью в Индиане.
Вы знаете мои взгляды. Я не собираюсь меняться. Вирджилия, вы знаете, я бы развелся ради вас, если бы Индиана не была таким неумолимым штатом. Я не перенесу скандала. А я не могу принадлежать вам. Это так. Сэм, я не хочу терять вас, друга. Скажите, что будет так. Да. Так и будет. И я обеспечу вас медикаментами. Спасибо. Вирджилия, когда в следующий раз вам потребуется услуга, позаботьтесь о том, чтобы вернуть мне ее. Вот так это бывает. Даже между друзьями. I go where I work with the sugar and the cane and the roll on the cotton bale. Singing, oh, Louisiana, I'm bound to leave this town. I take my guns and pull up on my back when the candy bird comes down. My daddy love is pretty and thinks I'll meet her on the train. I take her back to the sunny old south and there I'll make her stay. So don't you fret my honey, here I'll go to fret this brown. Пусть они показали нам на Западе, но то, что Джексон устроил в Шенанду, позволит ему в любой момент совершить бросок на Вашингтон. Наверное, поэтому Линкольн перебросил целый корпус Маклиллана под Ричмонд, чтобы защитить столицу. Все же слишком много янки, идущих к Ричмонду. Но не так плохо, как мы думали. Я считаю, пятеро их приходится на каждого из нас. Пора возвращаться. Джексон должен знать, что столкнется с большим количеством янки, чем рассчитывал. Смешного. Вспоминаю лейтенанта Эмброуза Пелла, который считал, что он первый пижон во всей армии конфедератов. Он и был, пока капитан не уговорил его стать разведчиком. Ты хотел быть героем? Я думал, что выгляжу лучше. Может, удастся проскочить. Едем влево. Вперед! Еще раз, босс. Солдаты. Легиона. Легиона лежит умирающий в Алжир. Алжире. Это город в Африке. Продолжай. Там было недостаточно женского ухода. Там было много женских слез. Ты очень хорошо читаешь, лучше, чем я после 2 лет учебы в школе. Гораздо лучше. Похоже на солдата, мисс Агаста. Капитан Мэйн? О, осторожно! Осторожно! О, Боже!
Чарльз, вы ранены. Ради этого не жалко, что подстрелили. Вам повезло, капитан Мэйн. Вы потеряли много крови, но сама рана заживет довольно быстро. Надеюсь на это. Я должен отправиться утром. Вы никуда не поедете, по крайней мере, дня два, пока плечо не заживет. Если Пэл не доберется с тем, что мы узнали. Есть другие способы доставить ваши сведения в штаб. Я позабочусь об этом. Спокойной ночи, Чарльз. Хорошего сна. Красивая ферма. Можно почти забыть, что идет война. Когда умер Том, мне пришлось столько сделать. Это видно. И не только по ферме. Немногие учат читать своих рабов. О, Вашингтон и Босс не рабы. Они работали так же, как и мы. Мы с мужем не только освободили их, но и дали им долю в ферме. Я не встречал никого похожего на вас. Вы так заботитесь о людях. Может быть, поэтому вы так привлекательны? Мисс Агаста! Мисс Агаста! Извините, капитан. Мисс Агаста, ваша кобыла начинает жеребиться. О, она моя гордость и радость. Я спрятал ее от солдат. Вы должны извинить меня. Я понимаю. Если будет жеребенок, имя дадим вместе. Я что-то могу сделать для тебя? Нет, сэр. Не для меня. Для нее. Вы, должно быть, думаете, что я перехожу границы, капитан. Но я и босс единственная семья, которая осталась у мисс Агасты. Она мне говорила об этом. Продолжай. Ну, она... Мисс Агаста очень тяжело перенесла рождение мертвого ребенка. А потом мистер Том умер. А вы солдат, и сейчас идет война. Не знаю, сможет ли она перенести еще чего-нибудь гибель, капитан. Вы понимаете? Немного слаб в ногах, но... Дайте ему год, и он обгонит ветер. Это надо отметить. У меня сохранилась бутылка вина для особых случаев. Вы согласны? Я рад этому, Агаста. И это будет хороший день для прощания. Я собираюсь уехать завтра.
мистер Нелене. Добрый день. Кто из вас миссис Мэйн? Я миссис Тилемейн, миссис Ори Мэйн, миссис Уильям Хазер. А кого мы имеем честь принимать? Простите, мадам. Второй лейтенант Сэмюэль Барстоу, первый корпус квартирмейстеров из Чарльстона. Мы должны реквизировать припас. И сколько вам нужно, лейтенант? Боюсь, очень много. Три четверти того, что осталось, и почти весь скот. У нас не было выбора, Брэд. Наша обязанность подчиняться приказу. Войскам нужны эти припасы. Но и нам тоже, мама. И я не знаю, как мы прокормим всех до весны. Не хочу прерывать, но... А? Эти письма для миссис Брэд? Хочу отправить их домой. Вы очень любите ее, верно? Надеюсь, у меня будет так же, когда вырасту. Конечно. Хочу закончить, пока не выступили. Иди. Никогда не видел человека, пишущего столько писем. И что ты написал? Все, о чем я думаю, только вновь обнять тебя. О. Вероятно, ты никогда не получишь моих писем и не сможешь ответить из Южной Каролины? Ха. Твоя жена из Южной Каролины? Это так. Отдай мне письмо. А, так тебе нравятся мятежники. Это его дело. Отдай ему письмо. Отдай письмо. Вы сошли с ума, ребята! Через 5 минут явиться в мою палатку. Предполагалось, что вы офицеры и джентльмены, которые должны подавать пример своим людям. Не я начал, сэр. Полковник. Разве я разрешил вам говорить? Нет, сэр. Мы загнали мятежников на полуостров, и мы собираемся войти в Ричмонд. А два моих офицера предпочитают драться друг с другом, а не с врагом. Если бы не ожидалось битвы, я бы отправил вас в трибунал. Я не потерплю вражды в моем полку. Оставьте свой пыл для мятежников. Может, боев теперь будет немного, ведь у них новый командующий. Когда Роберт Ли будет готов, он пойдет на нас со всем, что у него есть. И нам следует быть чертовски готовыми. Вы свободны, мистер Кент. Я надеялся на вас, лейтенант Хазард. Несмотря на нашу первую встречу, вы показали себя хорошим офицером. Из-за чего была драка? Сэр,
Лейтенант Кент возмущен тем, что моя жена с юга. От нее нет известий уже месяц. Мы все в ужасном напряжении, от генерала и ниже. Нельзя, чтобы это отражалось на нашем здравом смысле. Чем быстрее мы выиграем войну, тем скорее вернемся к родным. Да, сэр. Вы свободны, лейтенант. Доброе утро, Билли. Полковник Хазард? Мне сказали, президент хочет видеть меня. Да, ему сейчас нужен союзник. Они как стая волков, проклятые газетчики и проповедники, обвиняющие Воза Маклиллана. Где он? В кабинете со Стентоном и Стюартом и другими. Что случилось? А вы не слышали? Нет. Маклиллан сидит на пристани Харрисона. Он отказывается двигаться. Генерал Маклиллан находится вне этого форта, и мы лишились последней возможности скорейшего завершения этого ужасного мятежа. Что вы предлагаете, мистер Стентон? Чтобы мы начали переговоры о сдаче? Вы действительно так считаете? Господа, нам пора увидеть войну такой, какая она есть. Кровавый Шайло и кошмар полуострова должны доказать нам, что эта борьба будет продолжаться до смерти. Генерал Ли доказал, что он великий стратег. Если мы не сделаем ничего убедительного, тогда, я считаю, Англия присоединится к Франции в поддержке Юга. Это может изменить все течение войны. Наши европейские друзья никогда не потерпят рабства. Так же, как и мы. Вы намерены освободить рабов в мятежных штатах, сэр? Даже наши люди не хотят освобождения негров, опасаясь потерять работу. И все же, сейчас мы должны вести нашу борьбу за права человека. Это сделает декларация об освобождении. Если вы это сделаете, то мы можем потерять приграничные штаты и проиграть выборы. И, возможно, войну, сэр. Может быть. Мистер президент, я одобряю такую декларацию. Но это может показаться криком отчаяния. Продержите эту меру до тех пор, когда вы сможете дать ее стране при поддержке военных успехов. Это хороший ход, мистер Стюарт. Игра с позиции силы. Господа, мне нужно время, чтобы подумать об этом. Джордж, Стюарт прав. Так же, как и Стентон в отношении Маклиллана, нам нужен лучший командующий за всю историю Запада. Предоставьте мне данные о наших высших генералах, включая тех западных парней. Томаса, Гранта, Шермана. Да, сэр. Мне нужен Ли Джексон. Командир, который принесет мне победу. Тогда я смогу освободить рабов. Раз, 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 два, раз. Ли Хэй Стейшн, Пенсильвания. Когда забрать тебя, мама? В 3 часа было бы прекрасно. Никогда не видела столько суматохи вокруг того, как сворачивают бинты. Уверен, ты все организуешь, мама, как всегда. Спасибо, Стэнли. Что вы с Изабель будете делать днем? О, у Стэнли деловая встреча, а я пройдусь по магазинам. Как обычно. Тогда до свидания, дорогой. Увидимся в 3. Это беспокоит меня, Изабель. Она не одобрит то, что мы имеем дело с таким человеком, как Морган, особенно по военным контрактам. Твоя мать уделяет очень мало времени Хазард Айрон в эти дни. Она так занята своим добровольческим комитетом. Не Джордж с матерью сейчас руководят компанией, а мы. И наше дело решать, что лучше для нее.
Я не уверен, что это лучше для компании. У Моргана сомнительная репутация. Он экономит, продавая сплавы по таким ценам. Если мы будем покупать у него, скажут, что наши пушки негодные. Ерунда. Морган предложил нам низкую цену, чтобы сбить своих конкурентов и получить немного денег от этой войны. Так же, как и мы. Это просто хороший бизнес, Стэнли. Мистер Морган. Вы предлагаете тяжелую сделку. Таковы наши условия, мистер Морган. Принимайте их или уходите. Эта цена за тонну может принести вам неплохую прибыль, учитывая, сколько вы получаете от армии за свои пушки. Мы занимаемся бизнесом, чтобы получить прибыль, мистер Морган. Уверена, вы получите свое, даже по нашей цене. Вы очень проницательная женщина, миссис Хазард. Так выпьем за наш контракт. А что, если об этом узнают? Мы будем крайне осторожны. Я разработал торговую марку фиктивной компании. Будем ставить ее на все наши пушки. Ну, вы подумали обо всем. И так никто не узнает. И даже если узнают, кто скажет, что не Джордж отвечает за все? Беспокоиться не о чем. Бармен, повтори еще раз. Элкан, должно быть, ты удивлен видеть меня. Кто вы? Что вы здесь делаете? Почему ты не скажешь ей? Это же мое место, которое она заняла, место твоей любовницы. О, да, я довольно часто приходила сюда, пока он не устал от меня. У меня есть ключ, который он мне дал. Эштон. Познакомься с Бардеттой Халлоран, бывшей деловой помощницей. Бардетта, это Эштон. О, да, я знаю знаменитую миссис Хантон. Хотя сомневаюсь, что это знает ее муж. Но он узнает, обещаю вам. Ты не будешь настолько глупа. Во-первых, учитывая твой характер, я думаю, он тебе не поверит. Во-вторых, это только создаст неприятности для всех. А почему бы мне не доставить тебе неприятности? Ты использовал меня, а я могу убить тебя за это. Мы использовали друг друга. И у нас было только деловое соглашение. Ты хочешь меня уверить? Это твоя ошибка. Так теперь я понимаю. Поэтому я и пришла сегодня вечером доказать себе, какой ошибкой ты был. Но ты не стоишь того, чтобы идти за тебя в тюрьму. Теперь, когда ты это поняла, я считаю, что тебе надо идти. Но сначала... Убери от меня свои руки! Я бы хотел получить ключ от дома. Я просто хочу, чтобы ты поняла, что я могу с тобой сделать, если ты будешь не сдержанной. Мои наилучшие пожелания, миссис Хантон. Надеюсь, вы оба получите то, чего заслуживаете. И вам того же, миссис Халлоран.
Я думала, что у тебя вкус получше. Вкус, моя дорогая, можно приобрести. Спасибо, что пришли, генерал Мэйн. Я Бардетта Холлоран. Я ждала вас. Мадам. Извините, что заставила вас прийти так рано, но я скоро уезжаю из города. Вы сказали, что у вас есть важная информация, которая поможет нашим военным усилиям. Да. Надеюсь, вы знаете Элкана Бента. Слишком хорошо. Скажем, мы были с ним очень близкими друзьями, но... Я была заменена на кого-то, кого вы также знаете слишком хорошо. Миссис Хантун. Эштон, моя сестра. Я бы тоже беспокоилась, будь она моей сестрой. Поскольку я была партнером мистера Бента, я довольно хорошо знаю, каким жестоким он может быть. А я знаю, как остановить мистера Бента в деятельности, наносящей вред конфедерации. Вам интересно? Безусловно, да. Август 1862 года, побережье Северной Каролины. Я подам сигнал, прежде чем они снимутся с якоря. Я бы хотел сделать с ними то, чего они заслуживают, предатели. Мы можем только конфисковать груз и арестовать того, кто за него отвечает. Но Бент потеряет свой товар, это будет доказательством против него. Жаль, что его здесь нет. Он никогда не рискует, но мы до него доберемся. Эй, осторожней! Вы знаете, сколько стоит ящик французского бренди? Выставь охрану, 6 человек, скоро отчаливаем. Арестованы от имени Конфедерации Штатов Америки. Черт из два! Богатство Бента превратилось в дым. Будь проклят, Ори Мэйн! Твой прекрасный, честный братец лишил нас дела. Ты не преувеличиваешь? Невозможно преувеличить то, что сделал твой чертов братец. Когда Мэйн сжег наш груз, это стало сигналом для блокады Янки. Они арестовали оба наших корабля. Но мы можем купить новые. На что, Эштон? Наш остальной капитал вложен в более рискованные предприятия. Нет, генерал Мэйн прекрасно подгадал время своего удара. Но ему придется пожалеть. Много раз пожалеть об этом. Что ты собираешься делать? Убийство твоего брата не доставит мне удовольствия. Слишком просто и быстро. Я сделаю ему гораздо хуже.
Я уничтожу его негритянскую шлюху. Что ты говоришь? Мадлен просто его содержанка. Хотя он так любит ее, что это бы его убило. Он больше не содержит ее. Он женился на ней. Познакомься, это мать Мадлен. Я не могу поверить. Это портрет Мадлен. Но она не выглядит как негритянка. Благодаря своим предкам-рабам она определенно была ею. Она также была очень дорогой шлюхой. Этот портрет украшал самый лучший публичный дом Нового Орлеана. Мать Мадлен? Ну, это же прекрасно. Мадлен самое дорогое, что есть на земле для Орри. Когда она будет уничтожена, это убьет и его. Медленно. Но если ты причинишь Мадлен вред, Орри убьет тебя. Ну что ж, пусть попробует. Он не будет знать покоя, пока ты будешь жив. Но есть кое-что похуже. То, что сделает его жизнь постоянным адом, и он никогда не свяжет это с тобой или со мной. О чем ты говоришь? У нас есть идеальное оружие прямо здесь. Что дочь черной шлюхи, обманув нас, благодаря замужеству вошла в нашу семью. Скандал уничтожит нас всех. Орри будет выгнан из правительства, а семья опозорена. Мадлен такая благородная женщина. Я уверена, что она сразу же это поймет. Она оставит его, и Ори никогда не узнает, почему. Это прекрасный план, кроме одной маленькой детали. Я хочу, чтобы Ори Мейн знал, кто погубил его. Это самая лучшая деталь. Нет причин, почему бы не сказать Ори. В свое время.